цеплять. Мы делаем. Кристина уже сбегала с утра в магазин, Аминку отвела в школу и сразу в магазинчик. Да, дети у нас еще раздеты в труселях бегают. Вот еще вам. Вам еще конфетки, смотрите. Амир, ты просил леденец? Их не показывают, то, что они раздеты. Сейчас уборочку, как всегда, с утра занимаемся. Так, берем того перчик. Он сейчас недорогой, 50 рублей, наверное. Давай строить. В магните брала? По 70 рублей. Ну, такой дорогой. Это по акции еще. Раньше грунтовой перец, я помню, стоил по 30 рублей. Аккуратнее, у тебя течет. Да ты, пей быстрее, пей. Ты подними трубочку вверх, да. Вот. Давай помогу. Так, ну все, мы позавтракали. Сейчас опять надо все убрать. Тут ели один бутербродик горячий, если это делала. Тут все понемножку. Тут немножко всего понемножку. Холодильник надо убрать. Тоже холодильник надо убрать. Ну вот сейчас, девочки, ладно, все это уберу. Посуду перемою. И будем отдыхать. Сегодня ничего не охота делать. Полы что-нибудь не будем, как бы так вот поверхностно убрали. Сегодня сделаем выходной себе. Ну все, девочки, все убрала. Все перемыла. Вот. Малыши там в комнате. Думает, как уже игру скачать. Не получается ничего, да? Ничего не умеешь? Да, Давид? Совсем ничего не умеешь? Бу-ба-ба. Что там, получилось? А, так это Роблокс, ты же играть в нее не умеешь. Девочки, я хочу сейчас сварить яйцо, творить. Хочу сделать салатик крабовый. Там уже поставили воду, Фарух забыл. На работу ездил, у них там собачка есть. Забыл забрать собачки. Сейчас яйцо возьму. Надо будет потом накрутить фарш. Кристина хочет вечером перцев нафаршировать. Так что надо будет из этого всего накрутить фарш. Бежит, бежит, бежит. Ой, что там, тебя обижают? А я сейчас яйцо отварю, отварю рис. Это, огурцы есть эти свежие, надо будет купить только крабовые палочки. Ну, крабовые палочки куплю, когда мы пойдем за Минкой в школу. Вот. Куплю в магазине крабовые палочки, зайду. Так, кукуруза тоже есть. Сейчас ее достану. О, тут чай. У нас, кстати, Кристина, заварка закончилась. Пустая коробка лежит. Представляете, все. Надо будет еще заварку купить. Тут есть вот ананасовый. Но он зеленый. Надо будет этот пить. Чего там? Сейчас кукурузу достану. Вот. Сладкая кукуруза бондюэльская. Все. Сейчас это все приготовлю. Не упади по лесу куда-то. Коробку выкинуть надо. Перчики Амиру. Любит перчики у нас болгарские. Так. Что, да? Тебе перчик? На. Яйцо, сейчас я сварю яйцо. Сейчас будем кушать. Сейчас, Давида. Да, тоже любит яйцо. Будем варить сейчас. Подожди, сейчас все сделаем. Лезет. Давай вместе. Закинем. Сейчас я водичку поставлю, Давид. А не урони яйцо, разобьет. Тебе открыть надо? Все, ты порвал. Ну, только открыл. Хорошо, порвал. Молодец. Сейчас, подожди, не торопись. Сейчас точит яйцо, он уронит. Теперь ждем, когда все сварится. И приготовим салатик крабовый. Девочки, а мы Давида уже пытаемся без соски. У него соска есть одна вот такая вот убитая уже. Видите, она уже сплющилась. Он так ее изредка берет, когда начинает капризить. Да. Вот. Вот сейчас ему
Налью кашку, пусть лежит, смотрит мультики и кашку пьет. Будешь кашку пить? А чего ты будешь делать? Мультики смотреть? Так, Амирчик оделся, я тоже уже одета. Сейчас пойдем за Аминой в школу. И в магазин за крабовыми палочками пройдем. Да? Да? И в магазин пройдем. Купить крабовые палочки надо будет. Салат я хочу сделать из крабовых палочек. Я хочу. Ты будешь кушать такой салатик? Попробовать. Он вкусный. Да, он очень вкусный этот салатик. Да. Угу. Баловник. Понедельник в садик. Ты мне сейчас кофе уронишь. Понедельник в садик. Садись с собой поговорим. Давай поговорим. Сколько тебе годиков? Это сколько? 6. 6? А посчитай-ка на пальчиках. 1. Ну? 2, 3, 4. Значит, сколько? 4. Четыре минуты. Сейчас иду. Выходим. Опа. Амир, одевайся. Выходим за Аминой. Забрали Амину уже из школы. Уже зашли в магазин «Магнит». Идем уже обратно домой. Взяла крабовую палочку. Сейчас дома покажу, что я взяла. Стой, машина! Это вы куда уехали-то? Мы уже к дому подходим. Там у меня, наверное, рис переварился. Я пошла к Кристинке, не сказала. Забыла ей сказать, чтобы она за рисом посмотрела. Ну, я надеюсь, она посмотрит, конечно. Пойдем. Ага. А потом к вечеру надо будет с тобой идти в поликлинику за справкой. Да, пойдем, мамина, а потом вечером сходим за справкой с Амиром. Забуксовал. Опять? Какая ты таракашка. Ползала, сдула. Давай поднимайся скорее. Можно? Можно. Спасибо. Ты устал? Да. Ты что, не туда поехала? Я пошла, догоните. Сразу иди вешай. Давай. А она вот сюда трубочка вставляется. Да, вот так вот. Да, и пьешь. Она выдвигается. Давай тебе сделаю. Да, все, пришла. Вот такие вот йогурты взяли, малыши. Сейчас покажу дальше. Ну, скорее йогурт открывать. Вот открыли. Хлебушек. Да, чай у нас закончился. Чай такой взяла. Ричард. И крабовые палочки вот такие взяла. Сейчас будем сделать салатик. Взяла две упаковочки, чтобы побольше было. Да, дети, может, так поедим. Давай сейчас открою. И шоколадки. Амина вот такую шоколадку захотела. Новую какую-то там клубничную. Поделишься, попробовать-то? А мы вот такую взяли. Я сейчас покрашу. Рис. Риса много я не буду класть. Не люблю много риса. Рис, крабовые палочки, огурец и яйцо. И кукуруза. Все, сейчас я это все быстренько покрашу. И покушаем салатику. Дети супчик будут кушать. Там супчик. Вчера Кристинка варила куриный. Давиде-ка спать. И что, еще и больше пока дел никаких нету. Потом надо будет в поликлинику сходить. Взять Амиру справку. Можно и без Амира прийти, просто к педиатру прийти и попросить справку, что он здоровый, чтобы она написала. И в понедельник он пошел в садик. Ну, мы заодно прогуляемся. Я Аминка и я Мирчик. Амина помогает мне. Крабовые палочки режет. Такие не очень, если честно, девочки. Что-то они какие-то. Надо было взять другие. Я немножко пожадничала. Взяла простые. Надо было взять снежный краб. Те вкусные. Но те, блин, 300 рублей стоили. А эти 150. Вот. Ну, ладно. Поедим, не заметим. Помелче режь. Ты больно крупно режешь. Вот она как режет. Чуть-чуть помелче. Хочешь тоже попробовать? Нет. Порезать.
Ну, что ты выдумываешь? Да, вкусно. Да. Подожди, сейчас. Это я уже порезала. Сейчас. Это уберем. Амир, что у тебя вот тут? Это вон там. Ягоды. Подумала, что кровь. Там ягоды достала размораживать. Сейчас еще морсика наварю. Замораживали, я трогала. Замороженные яблоки? О, ягоды трогал? Да. Я сама нарежу. Угу. Сейчас я нарежу. Да? Да, вот так вот. А потом ты будешь резать. Нравится? Да. Попробуешь, если понравится, то будешь резать. Если не понравится, то не будешь. Вот, вот так вот. Только небольшой. Вот так вот, да. Нравится? Да. Подожди. Я сейчас... Я тоже хочу просто резать. Так. Вот. Вот так. Вот. Смотри, Амир, теперь у нас вот так вот получается. И смотри, вот так вот держим. Нет, нет, подожди. Давай сделаем. Опа. Вот, смотри. Теперь. Берешь и режешь. Не так? Да. Смотри, нет, не так. Вот так. Заболел. Смотри, вот так вот. Ой, смотри, быстро. А я тобой. Ой, вот так вот, Амир, смотри, держи. Ой. Держи. И режь. Так, очередь дошла у нас до яиц. Сейчас яйца всё, почистим, порежем. Хватит. Все, теперь складывай в тарелку. Тарелочку складывай. Да. Так, теперь яйцо будем. Бери яйцо и чисти от скорлупы. Смотри, вот так вот. Можно по столу постучать. По столу постучи. Не, вот так вот можно. Он так не забил. По столу постучи, у него не получится. Так. Посильнее, чтобы оно разбилось. Вот. И над столом чисти. Над столом. Мелко. Положить яйца. Тоже можно? На маленькие квадратики. Да, 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 надо все. Вот. Ну, на такие, может, даже помелче. Крошите, крошите. Хотел это высыпать. Вот так вот целиковое яйцо высыпать хотел. Да. Кроши, вот за мины повторяй. Так вот. Не, нет, вот. Ты разрезала, а теперь вот так все поперек разрежь. Нет, нет, ты так уже это портишь. Не так немножечко, Мирчик. Вот. Аккуратненько. Одной, нет, Амир. Одной рукой. Все хорошо. Одной рукой держишь. Давай так. Да, а второй режешь. Нет, это очень крупно. Не надо так. Вот, вот ты как у Амины помелче. Как у меня. Вот так вот, смотри. А можно это как сыр. Можно и как сыр. Квадратики маленькие. Амир, смотри. Главное, не крупно. Вот так вот? Да. Амир, смотри, как я. Я режу так. Смотри, Амир. Ой, тут большой. Ну, девочки, салат готов. Сейчас перемешаю и покушаем салатику. Крабово. Рисую эту киску. Покажи. Она кису рисует. Ушко надо большое. О! Сначала мы идем в больницу, потом гулять на тузик. Амина тут расписала план дня, даже план вечера, что мы сейчас будем делать. Скоро уже мы пойдем в поликлинику. Мы с этим на кухне, девочки, сегодня ничего там не делаем. Сейчас я вам покажу наш такой легкий беспорядочек в коридоре. Амин, можно шарик один? Да. Сейчас. Пойдем, я же беспорядок покажу.
Вон там, девочки. И даже ничего неохота поднимать. Морковица. Да, скажи, кого-нибудь бывают такие дни, что ничего неохота делать? Тамин? Так, девочки, я уже накрутила фарш. Здесь у нас курица на куриное филе, чесночок и лучок. Это на перцы болгарские будем делать фаршированный перец. Кристина попозже... Проснулся. А Кристина попозже сюда сварит рис и ей тоже положит. Проснулся только что пацаненок наш. Атаманчик маленький. Время у нас, наверное, 4. Девочки, мы спать легли уже. У нас время уже 11:00. Девчонки к нам в гости приехали недавно. А этот вот пацан маленький ложится спать совсем не хочет. Yeah.